Участник из города Выкса Михаил Дружинин. Выходит, я безнадежный, круглый дурак, поскольку счастлив бить можно, и просто так живу цветком придорожным, небу бескрайнему вдаль. Я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Счастье — это как торт на блюде, одному не справиться с ним. Кто-то улыбнется мне. Пусть говорят, что не стало бедных друзей, что-то обидного мало, щедрых людей, что даже конь с пьедестала прыгнет за сотку рублей. Встречал бескорыстных и верных во всем, по-детски светлых и чистых, в сердце своем, наверное, просто нам ближе то, чем мы с вами живем. Я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Счастье — это как торт на блюде, одному не справиться с ним. Может, это смешно, может, это грешно, но я привык улыбаться людям, как знакомым своим. Счастье — это как торт на блюде, одному не справиться с ним. Кто-то улыбнется мне. Улыбайтесь друг другу, люди. Дарите счастье. Улыбки. Это же так хорошо. Кто-то улыбнется мне. Спасибо. Михаил Дружинин улыбался всем вам сейчас.